аплодисментах! Спасибо большое. Друзья, я бы хотел, чтобы мы громко поаплодировали замечательным факультетам, которые выступали вчера, первый конкурсный день. Давайте им громко поаплодируем! Спасибо. Я знаю, что сегодня выступает ФСБ, правильно? Есть такие? Ага, отлично. Ну, как всегда, мы выступаем на разогреве у педагогического факультета. Здрасте вам, да, отлично. Ну, я думаю, что наш юридический факультет нас точно поддержит, да? Спасибо большое. Друзья, перед тем, как мы раскроем нашу тему, перед тем, как раскрыть нашу тему и немного ее понять, мы обратились к окружающим. Внимание на экран. Здравствуйте. Мы – представители юридического факультета. Сейчас в нашем университете усиленно ведется подготовка к хит-параду. Тема хит-парада – уникальный век, идейный контент в новом формате. Давайте узнаем мнение окружающих по поводу данной темы. У нас в университете проводится хит-парад. Тема хит-парада – уникальный век, идейный контент в новом формате. Можешь сказать, что ты думаешь по поводу этой темы? Я думаю, что это самая такая тема, которую можно было придумать. Я не понимаю, что будет. О май гад. Чего? Не знаю, не хочу сказать. Уникальный век и идейный контент в новом формате. Что ты думаешь по поводу этой темы? Это очень странная тема. Я даже не могу вывести слово. Я не понимаю, ребята, даже о чем речь идет. Тема очень интересна. А чем она интересна? Тем, что она довольно интересна. Это сложный вопрос для поварского. У нас в университете проводится хит-парад. И тема хит-парада – уникальный век, идейный контент в новом формате. Что ты думаешь по поводу этой темы? Чего? Битвак победит пока. Но все-таки, несмотря на все наши противоречия и разночтения этой темы, мы пришли к общему знаменателю. Поехали под ваши громкие аплодисменты. Современный мир – это мир, в котором мы живем в настоящее время. Человечество, сколько существует, столько и открывает для себя этот мир. Этот процесс кажется бесконечным. 21 век открывает мир на новые дороги. Человечество как вид подошло к той точке, в которой происходит наша самоидентификация. Поколение считает себя намного круче всех предыдущих. Ищет что-то новое, чтобы стать популярными. И пытается создать свой идеальный концерт. Города живы, нет негатива. Просто забили, всегда на лиге, всегда на отрыве. Далеко не на нуле, мы на диком позитиве. На простой волне, на обычном стиле. Будни прощать, привет, выходные. Джиги на охоте, девочки, один меня. Подойди, малышка, назови свое имя. Она кружится в танце. Рушит как часто, рушит по разу, ее тело фантазу, им просыпаться, сорваны связки, я видел, я открытый космос, мозг опять носит, музыка наш звездолет, это больше, чем Стань рукой.
Идейный контент в новом формате. Ну, кажется, все элементарно просто, и все такие думают, блин, что же уникального в нашем веке, чем уникален наш век, какие идеи могут быть. Ну вот мы тут с ребятами рассуждали и думали, блин, какие могут быть идеи, если у одних до сих пор еще тает лед, а вторые резко вспомнили ламбаду. Ну, блин, а если это все вместе, так я думаю, так это передача «Окна» недалеко. Как перепутали на вручении «Оскар» конверт, и все знают эту историю, да? Кто знает, поднимите руки, пожалуйста. Ну, такое, я думаю, точно не забыть. Так что, друзья, далее для вас «Лунный свет» под ваши громкие аплодисменты, если можно. Мы молодежь, кажется, у которой абсолютно все есть. Смартфоны, айфоны, аккаунты в соцсетях, GoPro, йотафоны. Если честно, я как это перечислил своей бабушке, у нее глаза разбежались сразу в разные стороны. Но самое главное не бежать наших бабушек, а очень сильно их любить. И все-таки рассказать, на каком языке вы с ними разговариваете. Под ваши аплодисменты мы продолжаем. For precipitation's that kid for the rainy day. Rain man is back with a little bit of sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny car. And that's when you need me there. Yeah.
поднимите, пожалуйста, руки те, у кого есть аккаунт ВКонтакте. Честно, поднимите руки, пожалуйста. А, да, блин, что я спрашиваю? Спасибо. А, вы знаете, вот как раньше было. А, мы, если что-то не знаем, спрашиваем у старших, да? Ну, было такое? Поднимите руку, у кого такое было. Вот если я в чем-то не разбираюсь, я спрашиваю у старших. А, ну, понятно, хорошо. А, знаете, а сейчас что происходит? Вот вы меня сейчас, я думаю, мысли словите. Сейчас есть лайфхак, дачник, леди фея, уютный дом, искусство экономить, школа бизнеса. Знают такие паблики кто-нибудь, да? Поаплодируйте, если знаете. На самом деле, это реальные паблики, вот я вам назвал. У моей мамы есть подружка, она работает в грин-центре, и она подписана на эти паблики. Ну, поэтому, я думаю, и работает в грин-центре. Друзья, ну а сейчас мы прервемся на короткую рекламу под ваши громкие аплодисменты, если можно. Добрый день, уважаемые зрители. С вами новости ТВЮ и коротко о главном. А за неделю до хит-парада на юрфаке завели собаку по кличке «Призовое место». Вчера ученые открыли новую планету земного типа. По некоторым данным, юрфак там занимает всегда первые места. За один день до хит-парада у юрфака пропала собака по кличке «Призовое место». Студент математического факультета, набирая номер деканата, случайно решил уравнение. ВГУ совместно с Махачкалинским университетом начали программу по обмену студентами. Теперь вольная борьба входит в обязательную программу магистратуры. А теперь к новостям экономики. В магазин всем по призовому месту завезли филфак и медфак. Спонсором данного выпуска является отдел студенческого творчества. Спасибо большое за тему к хит-параду. В связи с сокращением бюджета ВГУ, экономический отдел теперь возглавляют студенты матфака, отдел кадров студентов юрфака, а биологи выгуливают собаку ректора. Итак, внимание, друзья, немного о сегодняшней погоде. Сегодня прогнозируется солнечная погода, именно поэтому Петфак подарит лучи добра всем. Спасибо большое. Друзья, знаете, вот у меня вопрос ко всем вам. Когда мы идем куда-то отдыхать, веселиться с друзьями, веселиться по-взрослому с друзьями, мы что делаем? Кто знает? Я сейчас скажу. Мы снимаем рассказы в Инстаграм историю, правильно? Поднимите руку, кто так делает. Здравствуй, спецслужбы. Мама, я не пил, папа не бей лопаты. Друзья, но самое важное – вычислить этого человека и немедленно устранить его с вашей вечеринки. Друзья, но девушки в современном мире не потерпят такого позерства. Они хотят увидеть от мужчин настоящую жаришку под ваши аплодисменты. Come to me, come to me, wild and fire. Where have you gone?
кстати, друзья, что касается вот девушек в современном мире, знаете, они очень хорошо устроились сейчас. Они везде, они за рулем, они работают в милиции, они охранники или охранницы, не знаю, в ночных клубах. Они еще пытаются баллотироваться в президенты. Но они до сих пор бьются за равноправие полов, может быть, кто-то не знает. Но я не говорю, что мужчины тряпки, но мне кажется, в скором времени девушки начнут делать предложения, воевать и продолжать нас любить. Но, девушки, сегодня 8 марта, но в любом случае мы без вас никак. Но в современном мире девушка – это сильная девушка. Под ваши аплодисменты. И можно громче поддержать, да? Хлопаем все! Среди старых кварталов нас ищут копы. Это каменный город, где все по дефолту. Наш сын называй самым низким. И упак, бедбак, преспайпай, вы где? Пока на видах вся шкаливает приторный вас. Это принципиально, нету времени спать. Звуки воздух летят только здесь и сейчас. Не перебивай, не перебивай. У стены дрожат и трещат по швам. Это back in the days, то тебе в самый раз. Нас ненавидят копы, значит мы наваливаем бас. Копы так не любят бас. Под ногами ломаем паркет. Пока к нам копы ломятся в дверь. Здесь самый-самый темный свет фонарей. Для людей. Мало места, мне нужен воздух и бас, чтобы подорвать все как последний раз. Здесь не видно глаз, здесь не видно глаз. Нам ненавидят копы, значит мы наваливаем бас. Копы так не любят нас. Мы наваливаем бас. Копы так не любят нас. Мы наваливаем бас. Мне интересно, их родители вообще знают, чем они тут занимаются? Но, друзья, сейчас немного о самом главном. Пока ты спишь, время идет. Пока ты ешь, время идет. Пока ты думаешь, время идет. Год как месяц, месяц как неделя, неделя как час, час как минута. Это значит, что твое время истекает и никогда не вернется. Основная валюта нашей жизни – это время. Ценности, нерушимые временем. Любовь, семья, общение, комфорт, взаимопонимание, духовный рост, досуг, личностная реализация и свобода. Вот он, настоящий контент нашего времени. Люди так не похожи, разные их пути, но ты пришел в этот мир. Слышим мы голоса.
Спасибо большое, и все вместе аплодируем. Раз, два, две, два.